В Миринском районе за сутки произошло 3 пожара. В алмазной столице этим утром загорелся частный жилой дом. Звонок на пульт дежурного поступил в 6 утра. Пожарные выехали по адресу Бабушкина, 30. Пожилую женщину и мужчину удалось спасти. Они поступили в отделение травматологии Миринской районной больницы. Женщина с отравлением угарным газом, мужчина с ожогами второй степени. Их состояние врачи оценивают как стабильное. На месте происшествия работали 18 спасателей и 3 единицы техники – полицейские, медики, а также энергетики Якутскэнерго. Также в Айхале за последние сутки произошло 2 пожара. Там горел автомобиль и жилой дом по улице Попугаевой. На момент пожара дом был расселен. Он определен под снос. Обошлось без жертв. Причины пожара во всех случаях устанавливаются. А вот по факту гибели 3 человек при пожаре, случившемся 10 апреля в Мирном, возбуждено уголовное дело. Напомним, тогда в огне погибли 2 женщины и мужчина. Еще один пострадавший поступил в реанимацию. О состоянии его здоровья на сегодня не сообщается. В Следственном комитете рассказали о случившемся. Следователями в ходе осмотра места происшествия проведены необходимые первоначальные проверочные мероприятия, изъяты вещества и предметы, которые помогут восстановить обстоятельства случившегося. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности следователи осуществляют весь комплекс мер, направленных на установление причин произошедшего. Проводятся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и химические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.